12 апреля, совсем немного осталось до Пасхи. Но в городе кипит работа, и мы традиционно в офисе 1580 узнаем, что произошло хорошего и плохого за последние сутки. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Расскажите, какие были чрезвычайные и не только? Традиционно у нас чрезвычайные происшествия. Два вызова у нас поступило на службу. Информация по гребенке. Один, горел сарай. В принципе, убытки потерпели большие хозяева этого сарая, потому что выгорела значительная площадь, но пожарники вовремя сработали, и пожар не перекинулся на следующий объект. И по Анатолия Кукубы 41, у нас информация, мы этого еще будем уточнять, горел строймусор, но информация, то, что это строймусор, горел на первом этаже здания. Я так понимаю, что это, наверное, на лестничной площадке, скорее всего, что кто-то делает ремонт. Мы будем уточнять информацию, чтобы более полная была. Это жилое здание? Да, жилой дом. Еще по коммунальным службам, видим, что сейчас такая погода у нас, ночью шел дождь. Основные работы сейчас проверяют систему ливневой канализации, где она работает. Это первый такой, скажем, после оттепели у нас, скажем так, вызов нашей системе ливневой канализации. Будут проверять, особенно будут сейчас смотреть район Подола, потому что смотрели по прогнозам погоды на завтра, в принципе, тоже обещают дождь, чтобы не было у нас никаких подтоплений. По погоде на сегодня нам обещают днем плюс 10, плюс 12 градусов. Ну, так как нам передают, что с утра уже дождя не будет и до конца дня останется хорошая погода, ну, небо будет затянуто облаками. В принципе, все на сегодня. Хорошо тогда, скажите, по субботникам вы говорили, что у вас завтра, в принципе, уже последний день, да, завершающий должен быть. Нет, по подкраскам? Я думаю, что двумесячной чистоты у нас еще мы проведем ряд акций. Много активистов, волонтеров обращается. Будем под эти акции давать технику, но тоже я хочу еще раз акцентировать внимание, что технику мы будем стараться давать в тот же день проведения, но если не будет получаться, потому что сейчас очень много объектов, которые мы убираем, то будем вывозить на следующий или в течение двух дней все будет увозиться. В связи с чем это? Потому что сейчас многие, особенно сейчас район частного сектора, убирают у себя во дворах и выносят это на красные линии на улице. То есть надо сейчас максимально мы активизировались по негабариту. Вчера был объезд, даже улица маршала Березова, которая, видно, что убирается каждый день. Но каждый день убрали, с утра убрали, в обед уже огромные кучи веток, мусора, строительного тоже мусора возле баков. Сейчас основная работа, будем закрывать красные линии, и после этого будем отправлять технику активистам, которые будут работать на субботу. Хорошо, спасибо вам тогда большое. До завтра. А вам хорошего дня, несмотря на то, что небольшой дождик на улице, солнышко сегодня должно выйти.